там нападающий владикавказцев. Галоян вылез из-под опеки. Хорошая передача и 1-0. 1-0, вперед выходят гости. Никакого офсайда и нарушений правил нет. А вот это очень опасно. Масичук пробил, и это пенальти. Пенальти в ворота Алании. Ну а сейчас Сидоров. В штангу попадает Сидоров. Не забивает Максим. На пути из базы к домашнему стадиону. Так, падение еще одно. На границе штрафной площади. Баллисты Алании настаивают на том, что было положение вне игры. Но арбитр дает продолжить. Подача! 1-1. 1-1, и взрывается грохотом криков стадион в Краснодаре. Странно. Ну ладно. Подача. И удар по воротам есть. Но мяч над перекладиной пролетает. Контролировал все Солдатенко. Машуков. Машуков сам прет вперед. Передача опасна. Корян! 2-1. Аршак Корян с дебютом и с почином. В первом же матче есть партнеры. Машуков налево. Ну-ка, острый угол, штанга. Противостояние снова нас голами не обделило. Да, их меньше, чем было. Ой-ой-ой, Солдатенко. Мяч влетает в ворота, но уже после свистка арбитра. А что же с Солдатенко-то случилось? И вот финальный свисток. Алания снова побеждает.